3 сентября 2020 года мы с Ириной посетили руины замка Скарборо. В этом видео я попробовал первый раз использовать онлайн-озвучку, так сказать. Есть сейчас много различных озвучек в интернете. Среди них есть и платные, и бесплатные. Одну, которую я пользуюсь сейчас, я поставлю ссылку внизу видео. Как раз про историю замка Скарборо будут говорить электронные голоса. Не знаю, насколько это хорошо, но попробуем. Замок Скарборо – это бывшая средневековая королевская крепость, расположенная на скалистом мысе с видом на Северное море и Скарборо, Северный Йоркшир, Англия. Место замка, включающее поселение Железного века, римскую сигнальную станцию, англо-скандинавское поселение и часовню, замковый комплекс XII века и батарею XVIII века, является памятником национального значения. Укрепления для деревянного замка были построены в 1130-х годах, но нынешний каменный замок датируется 1150-ми годами. На протяжении столетий было добавлено несколько других построек, и средневековые монархи вложили значительные средства в то, что тогда было важной крепостью, которая охраняла побережье Йоркшира, торговлю в порту Скарборо и север Англии от шотландского или континентального вторжения. Он был укреплен и защищен во время различных гражданских войн, осад и конфликтов, поскольку короли сражались с соперничающими баронами, сталкивались с восстаниями и столкнулись с республиканскими силами, хотя мир с Шотландией и завершение гражданских и континентальных войн в 17 веке привели к его упадку. Замок был разрушен во времена осады гражданской войны в Англии. Во время Первой мировой войны Скарборо использовался в британских пропагандистских целях. После бомбардировки города двумя военными кораблями Германской империи, Der Flinger и фон der Ten, 16 декабря 1914 года, погибло 19 человек, а крепость была сильно повреждена. Во время Второй мировой войны замок служил секретным постом для прослушивания. И также был не раз атакован фашистской авиацией. Ранняя история замка. Археологические раскопки в 1920-х годах дали свидетельство того, что городище было построено на мысе, где сейчас находится замок. Находки датируются периодом между 900-500 годов до нашей эры, периодом поздней бронзы, раннего железного века. Среди находок, датируемых примерно 3000 лет назад, на выставке в замке выставлена копия меча бронзового века, считающийся ритуальным подношением. Оригинал меча находится в Британском музее. К сожалению, этот небольшой музей был закрыт из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Римская сигнальная станция IV века, одна из нескольких на побережье Йоркшира, была построена на мысе на вершине утеса. Станция должна была предупреждать о приближении вражеских судов, и использовала естественный источник пресной воды, который стал известен как колодец Богоматери. Остатки сигнальной башни были раскопаны в 1920-х годах, и оказалось, что она квадратная. Его диаметр составлял около 33 метров, он был построен из дерева на каменном фундаменте с сторожкой и внешним рвом. Англосаксы построили часовню на месте станции около 1000 года, остатки которых еще видны. Считается, что он был разрушен во время вторжения Харальда Хардреда в 1066 году. Первые свидетельства поселения в гавани совпадают с основанием каменного замка около 1157-1164 годов. Он вырос из небольшого поселения вокруг деревянной крепости, которую заменил каменный замок. Развитие и упадок замка. Вильгельм Легро, граф Амале, могущественный англо-нормандский барон и внучатый племянник Вильгельма Завоевателя, построил деревянное укрепление после получения графства Йоркского от короля Стефана в 1138 году в награду за победу в битве за Штандарт. А Умале, возможно, заново основал город Скардебург, хотя свидетельств этого мало. Как и в случае с другими замками, поблизости было бы хотя бы небольшое поселение. Некоторая информация об основании замка сохранилась в хронике Уильяма Ньюбургского, монаха, который в 1190-х годах писал о его основании.
Замок имел квадратную башню, навесную стену, сухой ров и часовню. Этот замок Мота и Бейли впоследствии исчез, и сегодня во внутреннем дворе виден только небольшой возвышающийся холм. Судьба оригинальных укреплений неясна. Генрих II приказал вернуть все королевские замки короне. Он проводил политику разрушения замков, построенных без королевского разрешения во время хаотического правления Стефана. Первоначально Аумале сопротивлялся призыву передать Скарборо, который он построил в королевской усадьбе, пока войска Генри не прибыли в Йорк. Деревянный замок исчез. Уильям Ньюбургский, писавший незадолго до этого, утверждал, что сооружение разрушилось из-за возраста и стихий, разрушилось и не подлежало ремонту на продуваемом ветрами мысе. Более поздние интерпретации считают это неправдоподобным и утверждают, что Генри хотел оставить свой след на Скарборо, разрушив форт Уильяма и создав гораздо более прочный каменный комплекс. Примерно с 1157 года Генрих II перестроил замок из камня. Большая часть строительных работ проводилась между 1159 и 1169 годами, когда была построена трехэтажная крепость и каменная стена заменила деревянный частокол, защищавший внутренний двор. К концу правления Генриха в 1189 году на замок было потрачено в общей сложности 682 фунта стерлингов, 15 шиллингов и 3 пенса, из которых 532 фунта стерлингов были потрачены между 1157 и 1164 годами. Средний годовой доход Генриха во время его правления составлял около 10 тысяч фунтов стерлингов. Замок стал стратегическим северным оплотом короны. Генрих II пожаловал городу, выросшему под крепостью, титул королевского городка. В то время как Ричард I. Ричард Львиное Сердце ничего не тратил на замок, его брат-король, Иоанн Безземельный, позаботился о том, чтобы это была удобная резиденция для себя и своей свиты. Правлению Иоанна категорически противостояли северные бароны, поэтому замок в Скарборо был укреплен как стратегическая крепость. Иоанн посетил замок 4 раза за время своего правления и потратил на него значительную сумму. Он построил навесную стену с западной и южной сторон в 1202-1212 году и построил новый зал, названный Королевские палаты, позже зал Маздейл. В общей сложности Иоанн потратил на замок 2291 фунт стерлингов, 3 шиллинга и 4 пенса. В том числе 780 фунтов стерлингов были выделены на ремонт крыши цитадели в 1211-1212 годах. Иоанн потратил на замок больше, чем любой другой монарх. Сохранились древние свитки с записью королевских расходов. Они показывают, что Иоанн потратил более 17 тысяч фунтов стерлингов на 95 замков во время его правления, и Скарборо получил большинство инвестиций. Улучшения продолжались при Генрихе III. К тому времени Скарборо был процветающим портом, и хотя он никогда не посещал замок, Генри потратил значительную сумму на его содержание. Около 1240-1250 годов он установил новый барбакан, состоящий из двух башен по бокам ворот и еще двух башен, защищающих подход. Они были завершены в 1343 году, хотя с тех пор были сильно изменены. В то время замок был мощной базой, которой мог злоупотребить недобросовестный губернатор, Джеффри де Невиль, который был губернатором в течение 20 лет в 13 веке, использовал гарнизон для захвата портовых товаров. Поскольку губернаторам не требовалось проживать в замке, они часто копили средства, они использовали их для ремонта. В середине конца 13 века оборонительные сооружения приходили в упадок, половицы гнили, черепица отсутствовала, а в арсенале не было оружия. Коррупция продолжалась среди хранителей замка, которые действовали безнаказанно, поскольку замок находился вне юрисдикции района. В 1270-х годах губернатор Уильям де Перси заблокировал главную дорогу в Скарборо и ввел незаконные сборы за проезд. Несмотря на его упадок, в 1265 году замок был передан принцу Эдуарду, который позже стал королем Эдуардом I. Он занимал там двор в 1275-х и 1280-х годах. В 1295 году в замке Скарборо содержались заложники во время его кампании по покорению Уэльса.
Генри де Перси, занимавший замок с 1308 года, построил пекарню, пивоварню и кухню во внутреннем дворе замка. И замок снова превратился в крупное укрепление. Эдуард II заключил здесь некоторых из своих шотландских врагов в 1311 году. В 1312 году он отдал Изабелле де Веске замки Бамбург и Скарборо. Замок считался естественным местом, где любимый рыцарь короля гасконец Пирс Гавестон искал убежище, когда его преследовали бароны, наложившие указы 1311 года. Постановления были наложены, чтобы ограничить власть короля, и бароны видели в Гавестоне угрозу своим интересам. Сэр Роберт Фелтон был губернатором замка Скарборо в 1311 году и был убит в Стерлинге в 1314 году. В апреле 1312 года Эдуард назначил Гавестона губернатором замка Скарборо, но срок его полномочий был недолгим. В мае графы Пембрук и Варен вместе с Генрихом де Перси осадили и взяли замок. Несмотря на сильную оборону, он быстро пал из-за отсутствия провизии. Гавестону обещали безопасное сопровождение из замка, но по пути на юг он был схвачен графом Уорриком и убит. Эдуард наказал город за то, что он не поддерживал Гавестона, отменив его королевские привилегии и поставив его под прямую власть назначенных губернаторов. Во время Столетней войны Скарборо был важным портом для торговли шерстью, поэтому несколько раз подвергался нападениям вражеских войск. Слухи о французском вторжении привели к исследованию состояния замка в 1393 году, что привело к ремонту, проводившемуся в 1396 и 1400 годах. Король Генрих VI заказал капитальный ремонт между 1424 и 1429 годами. Ричард III был последним монархом, вступившим на его территорию. Он жил в замке в 1484 году, когда формировал флот для борьбы с Тюдорами, борьбу, которую он проиграл вместе со своей жизнью в следующем году. После нападений войск из Франции и Шотландии в начале XVI века, в 1536 году Роберт Аскю безуспешно пытался захватить замок во время паломничества милости, восстания против роспуска монастырей и разрыва Генриха VIII с римско-католической церковью. Ремонт был произведен в 1537 году, а в 1538 году часть свинцобашен была использована хранителем сэром Ральфом Эверсом для изготовления сосуда для пивоварения. Эверс сообщил, что некоторые стены рухнули. В 1557 году силы, верные Томасу Уайету-младшему, который выступал против Марии I и католицизма, захватили замок, войдя в него под видом крестьян. Их лидер, Томас Стаффорд, удерживал замок в течение трех дней, а затем был схвачен и казнен за государственную измену на Тауэрском холме. Великая осада замка Скарборо. Был крупный конфликт за контроль одного из самых важных каменных крепостей Англии во время Первой английской гражданской войны. Борьба между парламентариями и роялистами, лояльными королю Карлу I. В феврале 1645 года парламентарии начали осаду замка Скарборо. В течение пяти месяцев они бомбардировали его, разрушив большую часть крепости, и вели кровавые бои, прежде чем защитники наконец сдались. Это была значительная, хотя и не окончательная победа. Позже, в 1648 году, произошла вторая, гораздо менее кровавая и разрушительная осада, когда новый гарнизон перешел на другую сторону. В 1649 году замок окончательно перешел под контроль парламента и оставался таковым до реставрации 1660 года. Между 1642 годом и 1648 годом замок фактически переходил из рук в руки семь раз. В начале гражданской войны в Англии замок Скарборо и стратегический порт снабжения впервые были переданы парламенту сэром Хью Чоумли. В марте 1643 года его уговорили перейти на другую сторону. Чоумли фактически потерял замок в результате бескровного захвата его собственным двоюродным братом, капитаном Брауном Бушеллом. В том же месяце, когда он был в Йорке, он убедил вернуть его. Чоумли приказал переоборудовать замок, в том числе создать южную батарею для артиллерии. После марта 1643 года, хотя Чоумли был единственным командующим роялистом, действовавшим в восточном и северном Йоркшире,
Его войска чувствовали себя в Скарборо в такой безопасности, что могли почти свободно перемещаться по региону, нацеливаясь на позиции парламентариев. В мае кавалерия Чолмли двинулась к северу от Уитби, что в 20 милях, и разграбила поместье графа Малгреева, лояльного парламентария. В июне Чолмли захватил рынок в Беверли, примерно в 30 милях от замка, и с сентября по октябрь 1643 года он присутствовал при неудачной второй осаде Хала. Хотя деятельность Чолмли мешала парламентариям, эти победы никогда не были решающими, и парламент считал юго-западные цитадели короля гораздо более важными целями. Однако пиратство сделало Скарборо приоритетом. Порт был убежищем для кораблей-роялистов, которые атаковали и грабили корабли, доставлявшие уголь в Лондон, что стало более насущной проблемой с приближением зимы. Порт также был безопасным местом для ввоза оружия для армии роялистов. Провал роялистов в Халле и вступление шотландских ковенантеров в войну на стороне парламента в конце 1643 года привели к серии побед парламентариев по всему Йоркширу. 2 июля 1644 года парламентарии и ковенантеры одержали великую победу в битве при Марстон-Мур. На следующий день маркиз Ньюкасл, королевский капитан-генерал на севере, и несколько его старших офицеров взяли корабли из Скарборо и отправились в изгнание на континент, отказавшись от сражения. 2 недели спустя город Йорк сдался. Скарборо остался самым важным гарнизоном роялистов в Йоркшире. Но многие из гарнизона Чолмли покинули его, и замок пришел в упадок. В августе парламентские силы лорда Фэйрфакса достигли окраины города. Чолмли выиграл время, чтобы модернизировать оборону замка, начав переговоры о капитуляции, что позволило бы ему продержаться год. 18 февраля 1645 года сэр Джон Мелдром взял город во главе 1700 человек. Они почти не пострадали. Они также захватили батарею и порт, отрезав роялистам все пути выхода по суше и по морю. Чолмли отступил в замок и отказался сдаваться, поэтому парламентарии приготовились к 5-месячной осаде, одной из самых кровопролитных в гражданской войне, с почти непрерывными боями. Парламент был менее заинтересован в замке Скарборо, когда порт был их. И Мелдром был вынужден обратиться за дополнительными средствами из других портов, подняв флаг пиратов-роялистов, таких как Бушел, совершающих разрушительные атаки на линии снабжения парламентариев. Через несколько недель, когда средства начали поступать в Скарборо, позволяя Мелдрому собрать силы, необходимые для попытки полномасштабной осады, парламент пришел к мысли, что осада замка должна стать приоритетом. Однако осада была отложена на 6 недель, в то время как Мелдром оправился от удивительного падения с края утеса 24 марта. По словам Чолмли, он пытался спасти свою шляпу от ветра, хотя более вероятное объяснение состоит в том, что внезапный порыв ветра снес его со скалы. Между тем, гарнизон изначально имел доступ к питьевой воде из местных источников и колодца Богоматери у края утеса, что с запасами еды позволяло им защищать замок в течение нескольких месяцев. После того, как в мае Мелдром возобновил командование, парламентские силы установили в церкви Святой Марии 12 века под замком то, что на тот момент было самой большой пушкой в стране. Имя этой огромной пушки было Cannon Royal. После этого приступили к стрельбе 56-фунтовыми и 65-фунтовыми пушечными ядрами, пробивавшие оборону замка. Роялисты ответили собственной передней батареей под Бушелом. Церковь сильно пострадала за 3 дня боев и частично разрушена по сей день. Отчеты сообщают, что Чолмли причинил большой вред церкви Святой Марии, хотя более вероятно, что выстрелы парламентариев нанесли больший ущерб зданию, которое уже разрушалось. Бомбардировка частично разрушила крепость замка, обрушив западную стену, ее крышу и внутреннюю лестницу. Однако внешние стены не были пробиты, и парламентарии не смогли сразу же взять замок. Действительно, они непреднамеренно снабдили защитников большой грудой обломков, которые можно было использовать для укрытия и боеприпасов. Мелдром не мог понять, пока не стало слишком поздно, что роялисты были отрезаны от Барбакана из-за огромного количества обломков, преграждающих путь, и поэтому не пытались захватить вход в замок, пока роялисты уже не прорвались и не вернули контроль. Мелдром смог только захватить батарею Бушела, где он установил 34-фунтовые пушки, чтобы нацелиться на двор замка.
В ночь на 10 мая роялисты двинулись против артиллерийской батареи, уничтожив ее, и парламентарии отступили в некотором беспорядке, понеся тяжелые потери. На следующий день последовал период особенно кровавых рукопашных схваток у ворот Барбакана, когда ни одна из сторон не брала пленных. В конечном итоге Мелдром был смертельно ранен. К июлю 1645 года все изменилось в пользу парламентариев. Сэр Мэтью Бойнтон заменил Мелдрома. Он предпочел бомбардировать замок с суши и с моря, а не предпринимать дальнейшие штурмы пехоты. Бомбардировка, цинга, нехватка воды, возможно, нехватка пороха и угроза голода означали, что сдача замка произошла в полдень 25 июля. В крепости осталось всего 25 защитников. Менее половины из первоначальных 500 защитников вышли живыми, получив менее чем теплый прием со стороны горожан, перенесших большие лишения во время осады. Возможно, чтобы быстро положить конец боевым действиям, Чолмли получил беспрецедентно хорошие условия капитуляции и уехал в ссылку в Голландию. Первоначально отремонтированный и перевооруженный для парламента с ротой в 160 человек, которая должна была удерживать замок и укомплектовать артиллерийские батареи. Замок вернулся в руки роялистов, когда солдатам не заплатили. Мэтью Бойнтон, его новый губернатор и сын Бойнтона-старшего, выступил за короля 27 июля 1648 года. Это привело ко второй осаде, которая вернула замок под парламентский контроль 19 декабря, а гарнизон был побежден приближающейся зимой и парламентскими силами. После этого замок должен был быть снесен по приказу от июля 1649 года, чтобы не допустить его использования роялистами. Но протест местных жителей спас его, наряду с новыми опасениями, что возрождающиеся силы роялистов замышляют вернуть Скарборо. Вместо этого он использовался как тюрьма для тех, кого считали врагами Содружества Англии. Во время короткого периода республиканизма в стране оболочка крепости сохранилась, за исключением западной крепостной стены. Замок был возвращен короне после восстановления монархии короля Карла II. Замок использовался как тюрьма с 1650-х годов, а в 1658 году гарнизон увеличился, а в 1662 году он вернулся короне. Джордж Фокс, основатель религиозного общества друзей, был заключен в тюрьму с апреля 1665 по сентябрь 1666 года за религиозную деятельность, которую Карл II считал проблемной. Замок снова пришел в упадок. Король, Джеймс II, не разместил в нем гарнизон, он сделал ставку на то, что его защиты будет достаточно, чтобы противостоять любому голландскому вторжению, но город был захвачен Вильгельмом Оранским во время славной революции, свергнувшей Джеймса. Восстание якобитов 1745 года, направленное на восстановление католической династии Стюартов на трон, увидела обновленный замок с орудийными батареями и казармами на 120 солдат и офицеров. Для защиты города и гавани были построены три батареи. Две выходили на юг, а другая находилась на северной стороне двора замка. В 1748 году был построен дом мастера-оружейника, который служил жилым помещением до начала 20 века, а сегодня в замке размещается выставка. Замок после этого времени не видел никаких изменений. Еще позже угроза французского вторжения во время наполеоновских войн привела к постоянному созданию гарнизона, который оставался до середины 19 века. В 1796 году в крепости содержались французские пленники. Во время Первой мировой войны Скарборо использовался в британских пропагандистских целях. После бомбардировки города двумя военными кораблями Германской империи 16 декабря 1914 года, в результате налета погибло 19 человек, а крепость была повреждена. Бараки и навесы. Замок был сильно поврежден градом из 500 снарядов, направленных по нему и городу. Бараки были снесены из-за большого разрушения, нанесенного бомбардировкой. Во время Второй мировой войны замок служил секретным постом для прослушивания. Во второй половине 19 века замок стал туристической достопримечательностью. Фундамент средневекового зала был раскопан в 1888 году. В 1920 году этот участок был передан в государственную собственность Министерству труда. Снос казарм 18 века обнажил средневековый фундамент Маздейл-холла, который все еще можно увидеть. Крепость и замок входят в список древних памятников,
находящихся под управлением компании English Heritage с 1984 года. Компания English Heritage инвестировала 250 тысяч фунтов стерлингов, чтобы сделать это место туристической достопримечательностью. Ну вот и закончилась наша экскурсия по замку Скарбора. Ой, подождите, а в магазинчик-то мы не зашли? Ну-ка давайте-ка все обратно побежимся и зайдем в магазин. Магазинчик, здесь поделочку, корона. Что мне, маску надеть? А, спасибо. Королевские кухонные полотенца. Да? Магнитик Монарх. Там все магнитик и Монарх. Да? Классно, сразу вокруг купить и все. Серьезно? Да. Риск опять играет. Ну, все. Варенье. Никакой. Yes, it is. You... It's special for us. You picked it well. Yeah. Would you like your seat? No, thanks. Thank you very much. You're very welcome. Cool. Enjoy the rest of your day. Развалится скоро, поднимется.